Диана Мартяшкина, здравствуйте. Замминистра строительства Юрий Гордеев оценил темпы возведения инфраструктурных объектов Чукотки. В составе делегации регионального правительства он посетил Анадырь, Певек и Билибино. Сегодня по линии Минстроя на Чукотке реализуются три объекта городской инфраструктуры. В рамках государственной программы строится энергоцентр, а также прокладываются инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения в городах Певек и Билибино. Специалисты приступили к работам по энергоцентру в Билибино в прошлом году. Завершить их планируется до вывода из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС. Подключить сети к энергоцентру рассчитывают в середине июня 2023 года. Решение согласовано с Минстроем и Минэнерго. Также в Билибино до 2023 года планируется построить инженерные сети тепловодоснабжения и водоотведения. К октябрю 2022 года планируется завершить строительство инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения для города Певек с подключением всего города к теплоснабжению от ПАТЭС в июне 2022 года. В оперативном режиме Минстрой России совместно с регионами прорабатывает все проблемные вопросы, способные повлиять на исполнение планов по строительству социально значимых объектов. Есть такие вопросы и в Чукотском автономном округе. При этом мы видим стремление властей решить ситуацию, которая здесь обусловлена объективными причинами и общей тенденцией на рынке. Будем искать решение совместно и рассчитываю, что оно позволит нам построить важные для людей объекты в должный срок, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев. Кроме того, делегация осмотрела построенные в поселке Угольные копья многоквартирные дома, а также оценила ремонт дорог, газификацию объектов Анадырской ТЭЦ и работы по строительству детского сада в окружной столице.